вітаю. Як завжди у цій порі в ефірі «Тема дня». Але сьогодні ми виходимо в запису, оскільки сьогодні, 28 травня, вихідний день, тож студійний телефон не працюватиме, на жаль, сьогодні. І тим не менш, я сподіваюся, що сьогоднішня розмова буде для вас цікавою. Сьогодні у нас в гостях Сергій Іванович Гордієнко, професійний мандрівник, науковець-письменник. Я вас вітаю. Наш сьогоднішній гість – яскраве підтвердження того, наскільки різними можуть бути мандрівки, туризм. Сергій Гордієнко – екстремал. У багатьох, мабуть, значеннях цього слова, потім буде докладніше. Британська антарктична служба присвоїла йому звання «Professional Crazy», тобто «професійний божевільний». І він другий у світі, кому присвоєно таке звання. Це про щось говорить, напевно. Отже, сьогодні поговоримо і про мандрівки, і про туризм. Я б дуже хотів, щоб трошки поговорили не лише про екстремальний туризм мандрівки, але і про туризм загальний, про туристичний потенціал. Ви, я думаю, сходили всю Україну, не тільки Україну, багато інших країн. І своїми ногами, і пройшлися водою на своєму каяку, про який сьогодні теж згадаємо. Тому перше, що я хотів би спитати, ваше враження від Миколаївщини, від її туристичного потенціалу, якщо ви вже знайомі з нашою областю? Ну так, звісно. В общем, мені приходилось вже посещати ваш регіон. И я хочу сказать, что потенциал здесь довольно-таки большой. Во-первых, регион малонаселенный, скажем так. Поэтому для тех, кто хочет увидеть какие-то отдаленные уголки, где обитают животные и люди, это вполне подходящий регион. Поскольку здесь отсутствуют дороги, тем более, в общем-то, этот регион очень интересный. Ну, вот, и, наверное, особенно, если вот прикоснуться все-таки к морской территории, да, от Очакова и буквально до самого Николаева, это, наверное, самый красивый берег на территории Украины, именно морской берег. Высокий, скажем, береговой склон, который покрыт полностью зеленью, где обитает масса различных животных. Слава богу, что там ничего не построено, потому что вообще считаю, что этот регион может стать национальным парком. Вот как Тарханкут, допустим, в Крыму, да, вот примерно также береговая зона Днепробукского лимана. А берег від Коблева починаючи менше сподобався? Менше. От іменно от Очакова і до Николаєва – це удивительний, просто удивительний регіон. Да. Поэтому я считаю, что здесь все еще впереди. Нужно, конечно, развивать, нужно, чтобы были разработаны различные маршруты, скажем, и спортивные маршруты, и экскурсионные маршруты и так далее. Вот. На Украине вообще нет такого региона, который бы не интересовал бы иностранцев. Я знаю, что иностранцы с удовольствием приедут. Единственное, что их беспокоит, это безопасность. То есть во всем мире безопасность туризма, она действительно стоит на очень высоком уровне. Вот. А я бы не сказал, что наши регионы не таят в себе какие-то неожиданности. Ну, в частности, животный мир, если взять арахнид пауков, то наш регион, обитаем ими, там очень много ядовитых видов и так далее. Вот, поэтому очень важно, чтобы были антидоты в медицинских учреждениях, очень важно, чтобы те регионы, где находятся иностранцы, чтобы они не присутствовали, эти виды животных и так далее. Ну и плюс, скажем, конечно же, обеспечение безопасности во время маршрута. Вот взять, допустим, береговые зоны, где проходят на пляжах различные аттракционы, это, конечно, сегодняшний день действительно аттракцион смерти. Я их называю, почему? Потому что я наблюдал, как людей неподготовленных поднимают на парашютах, сколько случаев инфарктов в воздухе. Есть сейчас у нас распространен такой удивительный вид, скажем, это вывоз, значит, группы людей на банане, значит, с помощью водного мотоцикла до 10 километров в море, в открытое, где может отказать двигатель, а дальше уже делаю, что хочешь, ни радиостанции, ничего. Вот. То есть в этом плане еще придется работать. Я считаю, что должны быть специальные службы контрольно-спасательные, которые и ведут разъяснительную работу, и запрещают, скажем так. Неплохо было бы создать так называемых лесных жандармов, которые, естественно, следили бы за порядком на территориях, где проходят туры и так далее, чтобы не было пожаров. Пожары очень часто возникают из-за того, что не затушивают отдельные участки и так далее. Поэтому в отношении туризма, я хочу сказать, плюсов очень много, но и минусов пока еще
теж достатньо. Ну, ви трошки пошрутували над Миколаївщиною. Ми розуміємо такі жарти щодо того, що у нас може добре подорожувати, тому що доріг немає, так? Але для того, щоб туризм розвивався, дороги потрібні. Звісно, звісно. Тим більше, що іноземці преимущно путешествують на автомобілях. Ну, я хотел сказать, именно подчеркнуть, что в Николаевской области очень много живописных уголков, очень красивых, которые хочется посетить. Вы цього разу йшли в бік Миколаєва на своєму човні, на своєму каяку з Одеси. Але, наскільки я знаю, зупинилися на межі Очаківського Миколаївського районів, село Козирка. Прибуде, да. А по області ви ходили на човні, по річках? Бух, так, звісно. В совєтське время я займався дуже серйозно спортивним туризмом, я мастер спорту по водному туризму. Вот. Естественно, мені приходилось і Южний Буг проходить по нему, и, собственно, Черемош, Белый, Черный Черемош. То есть практически почти все реки Украины, само собой. Вот дальше уже Сибирь. Вот. Ну, нужно сказать, что на сегодняшний день потихоньку развиваются, и, собственно, сплавы на реках и так далее. Ну, вы имеете на увазе там на півночі, у так званій нашій українській Швейцарії, да, так, да, Мегія. Да, да. Мегійський порог, да, це одно із самых лучших, наверное, місць з точки зрения именно водних препятствий для водного слалома. Да, місце очень красиве. Будемо ще говорити про туризм, а зараз для того, щоб все ж таки краще зрозуміти, хто ж такий наш сьогоднішній гість, маємо невеличкий відеосюжет, його підготувала наша моя колега Мар'яна Назаренко. Вона познайомилася із Сергієм Гордієнком минулого року у Болгарії, коли цікавилась життям української діаспори, а Сергій Іванович якраз туди під'їхав в гості. Але сюжет не про це я так просто згадав. Сюжет коротенько про основні його досягнення і стиль життя, можна так сказати. Сергій Іванович Гордієнко – історик, професійний мандрівник, доцент Київського університету туризму, економіки і права, інструктор з техніки виживання. Відомий мандрівник двічі досягав Північного полюсу та першим в історії України встановив там державний прапор. На його рахунку перехід здовж Південної Америки – понад 19 тисяч кілометрів та одноосібна експедиція «Біле і чорне», в якій він подолав 6 тисяч кілометрів. 2003 рік. Український мандрівник розпочав навколосвітню пішохідну експедицію «Solo Trans Global». Загальна протяжність маршруту склала 23 тисячі кілометрів. 2012 рік. Ним розпочато дослідження щодо адаптації людини у аквасередовищі. Щоб виявити граничні можливості людського організму, Сергію Гордієнку прийшлось пройти понад 13 тисяч кілометрів на судні класу «Морський каяк». Експедиція продовжується. І його нова мета – встановити міст співдружності. Ну, тепер давайте докладніше. По-перше, чому ви займаєтесь саме ну, я цим? Хочу зробити акцент. Діло в тому, що дійсно те, чим займається ця наука, це техніка і психологія виживання цивілізації, це обобщаюче названня, але є кілька аспектів. От один – це, звісно ж, психоадаптация человека в экстремальных ситуациях и, скажем, варианты миграции. На сегодняшний день, когда, собственно, происходит очень много различных, скажем, ситуаций, событий, где людей вывозят, скажем, очень быстро при помощи авиатранспорта, автомобильного и так далее, в момент, когда они уже прибывают непосредственно в зону, где ставят лагеря, начинаются эпидемии. Это из-за того, что организм не успевает адаптироваться. В далекие архаические времена люди пересекали все пешком и при помощи гужевого транспорта. Поступово, то есть звыкали до умов. И мое предложение, собственно, и для МЧС, и так далее, было все-таки таким, что людям стоит пересекать пространство все-таки без использования технических средств. Для того, чтобы адаптироваться и прийти. Я несколько таких экспедиций провел, экспериментальных, в частности, Латинская Америка, вот, Индокитай, где я, собственно, не пользуясь техническими средствами, только либо пешком, либо сплавом, либо на лыжах, вот, доказал, что организм действительно очень быстро адаптируется к территории, и ты фактически, если даже и заболеваешь какими-то серьезными заболеваниями, то они проходят, скажем, легко, скажем так. Есть очень, ну, в частности, вот то, чем я занимаюсь, это акватории. И, естественно, как правило, в гидросреде происходит больше всего
экстремальных и несчастных случаев, когда люди попадают туда, или в период катастроф, или в период войн. Очень много различных аспектов. Это прибойная зона, это переохлаждение, это хищники, акулы. Вот. И динамика волн, то есть фактически все то, что является разрушительным для человека. Эти аспекты, они, к сожалению, изучаются, скажем, спонтанно и отдельными фрагментами. То есть, допустим, был такой Ален Бомбар, который в свое время пересек Атлантику и доказал, что альтернативное питание возможно, там, где можно использовать планктон, можно использовать, скажем, ту рыбу, которую возможно поймать без специальных средств и так далее. Но это только небольшие аспекты, но еще есть прибойные зоны, которые уносили тысячи жизней солдат при высадке в отдельных участках. Вот на сегодняшний день это является очень серьезным аспектом. И, конечно же, переохлаждение. Прибойная зона – это течия, которая выносит в море. Прибойные зоны – это во время шторма, когда идет приливная волна очень сильная, то есть она, получается, ударяет береговую зону и возвращается назад. Там, это чья назад? Да, в момент просто судно, попадающее, его просто размолачивает силой удара, скажем так, а люди не могут вылезти за счет динамики волн. Там получается выброс затягивания. Таким образом усложняется система. Это дійсно ціла наука. Але питання таке ось від необізнаного у цій сфері, недостатньо, можливо, обізнаного. У сучасному місті, в мегаполісі, в невеличкому місті неможливо. Ті знання, які ви накопичили, якими ділитеся, їх можна поділити? Коли вони можуть бути корисними? Для чого? Вони можуть бути в будь-який момент. Скажем, один із таких варіантів, от як пожар, скажімо так, да? Во время, когда людей дислоцируют по горящему зданию, погибает почти 10%. Некоторые задыхаются, некоторые сгорают. Ну вот представьте себе, мы 450 лет уже имеем прикладную науку, такую как альпинизм. Неужели тяжело поставить ящички с веревками и спусковыми устройствами на каждом этаже для того, чтобы спустить людей? И фактически это без потерь людей, без потерь снаряжения, без потерь документации. А парашюту кожному літаку можливо? Для кожного пасажира. Дело в том, что это уже доказано. С момента, когда появились катапультные системы для авиации, то в то же время разрабатывались и сбросы контейнеров. Но извините, но ведь танки сбрасывают вместе с экипажем. То почему, допустим, нельзя в самолете сделать такие контейнеры? То есть, в принципе, наверное, дороговизна пока. Но в будущем, я думаю, что это будет продумано. Человек должен идти к безопасности. Это очень важно. Це технічні, так би мовити, умови, технічні можливості, а психологічно це, мабуть, ще складніше. І готовність до екстремальної ситуації, і вийти з неї. Дело в тому, що психологічно це дуже важливо. З моменту народження чоловіка постійно преслідують фобії, які прививаються соціумом, тобто школою, сім'єю і так далі. Перше – це страх смерті. Вот, якщо взяти противовес, допустим, таку країну, як Японія, то там йде обратний варіант. Там, наоборот, готовлять чоловіка с самого начала, потому что он умрет, но не это главное. Не нужно бояться смерти, нужно действовать и выполнять ту задачу, которая поставлена. Вот. Я считаю, что очень важно, чтобы в школах, вот сейчас есть предмет УБЖ, но нужно, чтобы к нему было что-то прикладное. Очень неплохо, чтобы появился опять спортивный туризм, который присутствовал в советское время, для того, чтобы, в принципе, от школы уже, когда человек становится взрослым, у него, у человека был шанс выйти из ситуации. Это, конечно, и психтесты, это, конечно же, и специализация по технике. Перше враження, от коли знайомишся з вашою спеціальністю, професією, з вашим стилем життя, перше враження, що ви постійно прагнете усамітнитися. Тобто перевіряєте якісь свої, не знаю, плани, ставите експерименти, психофізіологічні експерименти, можливості людини досліджуєте. Ви мандруєте один, без варіантів? Це тому, що ви таким чином налаштовані і саме так проводите експеримент? Чи просто не вистачає людей, з якими можна було б згуртуватися і піти разом? Якраз людей то хватає, і, як правило, сюди і дзвінки, і бажаючих дуже багато. Но діло в тому, що я провожу іноді, скажімо, спеціальні семінари. Вот. Походи, звісно, це дуже рідко. Чому? Тому що я дуже часто ухожу в експедиції. Один я по одной единственной причине. Во-первых, цитата эксперимента возможна в том случае, если нет раздражающего фактора. То есть
скажем, если с тобой идут врачи, то есть подоплека, что эксперимента чистого не будет. Да. Если идет с тобой новички, то получается ты... перенапруженный. Да. И ты, кстати, зачастую погибают опытные люди, потому что они перекладывают все свое внимание именно на другого человека. Ну и еще существует такое понятие, как конфликтология. Когда идет группа схоженная, начинается внутренняя борьба за преобладание, за власть, и это... Единственное, это теряется тема. Вот. И когда ты один, ты выполняешь только задачу. То есть получается, если это чистая наука, как большая часть экспериментаторов, они работали в одиночку, скажем так. Но я очень люблю общество, я люблю друзей, я люблю, когда людей много, есть о чем поговорить, пообщаться. Я не уединяюсь намеренно. Де, в якій місцевості було найскладніше, або щось таке трапилось, от, що запам'яталося, як найскладніша ситуація? Ви знаєте, такі ситуації, мабуть, бували во многих експедиціях, где-то звір, где-то болезнь. Вот. Но я думаю, що особий перелом, звісно, глибокий перелом, произошел в Антарктиді. Це коли я був один більше 4 місяців, знаходився на Майленде, на Антарктическом полуострове, вот, где, собственно, перед выходом я провалился под лед, заболел, и болезнь была довольно-таки странная. У меня было, значит, обоюдостороннее воспаление легких. Конечно, пришлось выйти из ситуации одному, вот, ну, не без помощи англичан. Вы продиагностировались сами себе? Ну, в принципе, у меня это уже бывало, поэтому я понял, что произошло. Да, я умею ставить себе диагнозы, потому что на протяжении многих лет я занимался изучением, собственно, этих вариантов. Кстати, я это и прогнозирую, и предлагаю всегда людям изучать свой собственный организм и самому ставить себе диагноз. Вот. Хоть врачи, но я понимаю, почему врачи протестуют, потому что они теряют свою профессию, я понимаю. Но, с другой стороны, это лучший вариант, нежели идти и доверяться человеку, который ничего не знает о тебе. Трапляється таке. И я фактически, находясь в состоянии нескольких месяцев и частично боролся за жизнь. Вот. До этого я почему-то считал, что я очень много умею, могу выйти из ситуации. Это была ситуация, где я мог бы не выйти. И я тогда понял, что помимо знаний еще должен быть шанс. То есть я понимаю, что так удача играет большую степень, чем, собственно, подготовленность. Знаете, у Шона Коннери, у кинорежиссера этого и актера есть такая хорошая фраза, что шанс – это одолжение, но только для подготовленного человека. Цікаво. А коли саме це сталося в Антарктиді? Это когда я был участником первой антарктической экспедиции. Это был 96-й год. Зараз ви подорожуєте на човні каяк. Чому саме його обрали і скільки вже пройшло? Ну, дело в том, что я изначально моя специализация именно в спортивном туризме, это был водный туризм, это был каяк, это был слаломный каяк и катамаран-двойка. Но потом я перешел полностью на каяк. Морской каяк на сегодняшний день набирает обороты, собственно, популярность за границей, в Соединенных Штатах, в Европе. Это новый каноэ, можно так сказать. Нет, это каяк. Ну, каноэ это тоже, это, скажем, так называемый москитный флот, самый мелкий, который может существовать, который используют, скажем, ну, изначально использовали малые народы для охоты и рыбалки в холодных широтах. Вот, микронезийские народы и так далее. Значит, скорость, удобство его перемещения по сухопутным участкам. Вот. И некоторые виды даже позволяют его начинять каким-то оборудованием, скажем, так далее. Вот. На сегодняшний день уже известно где-то около 12 таких интересных переходов. Вот, и в частности через Атлантику 2. Я, собственно, как бы готовлю эту тему. В будущем я хотел бы сделать, ну, конечно, на каяке болидного типа, с небольшой каютой. Почему? Потому что чисто сидя 4 месяца не выдержать. Вот. Хотя хочу сказать, что у меня отдельные варианты, где мне приходилось болтаться более 3 суток в море. Вот именно на таком, скажем, каяке простого класса. Этот каяк, на котором я шел, он американского производства. Вот, это чисто американец, это экспедиционный каяк. Он выдержал все, шторма, прибойные зоны, удары о скалы. Собственно, я доволен этим судном и буду продолжать развивать эту тему.
Ви вже сказали про те, що ви спеціально не усамітнюєтесь, що любите компанію, взагалі спілкуватися з людьми. Згадуючи ту саму Болгарію, де ви були минулого року, раніше ходили в Ізраїль, та по всьому світу ви ходили, в принципі. Я, в принципі, уявляю, про що вас там запитують. Так само, як я, може, ще інші запитання. А для вас який інтерес у таких зустрічах? Чи є взагалі? Звісно. Ну, во-первых, кожен чоловік попадає в серйозну ситуацію. Я почти у кожного чоловіка виуживаю ту ситуацію, яка з ним пройшла в житті. Это идет в мой сборник. Вот это одно. Второе – это традиции местные. Это, конечно же, легенды. Вот легенды, связанные с регионом, с территорией, вот, которые, в общем-то, порой создают очень мощный ажиотаж. Ну, в частности, это криптозоология, это вымершие или мифические живые существа. Вот это инопланетяне и так далее. То есть это, в принципе, тот ракурс, скажем, вопросов, которые довольно-таки охотно отдается. Вот. Ну, а более серьезно, это же связано с политикой и так далее, это делается осторожно уже тогда, когда ты познакомишься поближе с человеком, тогда уже получаешь информацию и, скажем, о состоянии политическом этого региона. Что-то мистичное траплялось? Сами знаете, бачили что-то? Вот эта тема, она как бы, я ее всегда выдаю для подготовленной публики, скажем так. Почему? Потому что большая часть либо скептически, либо со страхом относится. Хотя хочу сказать, что это бывает, и бывает очень часто, и некоторые вещи просто трудно объяснить. В свое время Сергей Капица, известный физик, который видел призрак своей матери, сказал так: «Я по-прежнему ни во что не верю, но теперь ничего не отрицаю». У меня был такой интересный случай, значит, не со мной, но со студентами из Хабаровска, которые привезли мне очень странную фотографию. Они мне показали ее и говорят: мы ездили в Москву для того, чтобы сняться на могиле Высоцкого. И вот, как сказать, ужас весь состоял в том, что они стоят возле памятника, а рядом с ним полупрозрачный Высоцкий. То есть это не какой-то монтаж там и так далее. Значит, есть такая организация в Москве, называется «Космопоиск», ее ведет Чернобров, вот, Владимир, который, собственно, занимается именно паранормальными явлениями, и отданы туда материалы, как бы. И в Украине, да. Видел, в Украине. Ну, містика, нехай буде з містикою. Так, у нас залишається 4 хвилинки до кінця розмови. Я хотів уточнити, вас можна назвати представником народної дипломатії? Да. Так само ви спілкуєтеся? Я думаю, що да. Ви намагаєтесь якось об'єднати різні народи, культури, чи скоріше досліджуєте? Да, звісно. Ну, в першу чергу я зустрічаюся з нашою діаспорою. Це дуже важливо для того, щоб просто знати, как живут наши соотечественники. И, естественно, я передаю им то, что происходит непосредственно в стране. Но еще дело в том, что иностранцы очень слабо знают историю Украины. Когда ты им объясняешь, они это все сравнивают с историей России, скажем, историей Европы, и очень удивлены, когда, собственно, узнают о том, что у нас за плечами тысячелетия, и что цивилизация пошла именно из Киева, а не из Москвы. Вот. То есть хочу сказать, что, в принципе, наверное, важным фактором передачи информации, истинной информации о стране, вот именно простым людям, да не только, собственно, я читаю лекции студентам, встречаюсь со школьниками и так далее. И флаг, это очень важно. Флаг страны, который реет в других государствах, он всегда вызывает любопытство, всегда вызывает отдельные вопросы. Тем более, что очень многие не знают наших цветов государственных. Вот, когда она появляется, потом фотографируется на фоне нашего флага. Я считаю, что путешественники, они просто являются как бы частью именно той, которая передает суть страны. Да. Ну, можливо, останнє запитання, у нас 2 хвилинки. Чи є на території, ну, про Миколаївщину знаєте, не знаєте, на території хоча б України місця, де ще нога людська не ступала, тобто які збереглися досі в такому... Скажем так, наверное, на землі нет таких мест, щоб не ступала нога, в каком-то столетті це произошло, но есть места, которые почти не посещаются людьми, конечно, есть. Очень много таких мест. Это даже, скажем, и на Буге это есть, и на Днепре это есть, это Плавни, это отдельные участки
где нет интересов человеческих. То есть там нет охоты, там нет рыбалки, нет сбора трав и так далее. Есть участки даже так называемые проклятые, скажем, куда люди не ходят, потому что боятся и так далее. То есть таких мест довольно-таки много в Украине. И считать, что вот многие, просто не зная страны, уезжая далеко в какие-то другие регионы, считают, что вот там, а вот у нас... Очень жаль, что наши туристы в меньшей степени изучают страну. А потом бывает такое, когда вот поведешь даже поход выходного дня, даже балки, которые находятся вблизи городов, просто все ахают. Боже мой, я не знал, что у нас еще источники есть. Пропоную цю тезу зробити головною сьогодні, те, що не обов'язково шукати десь далеко якихось красот, це все є поруч із нами, просто треба відкрити очі, приділяти цьому увагу, ну і тут великий фактор питань, які необхідні для того, щоб і туризм, і можливості для мандрівок розвивалися. Дякую вам за цю бесіду, дякую всім, хто був з нами, побачимо.